Всем привет! Вы на канале Виктория. Сегодня я покажу видео свой заказ Avon по 8 каталогу 2019 года. Итак, начнем. В моем заказе была губная помада «Матовое превосходство». Футляр помады черного цвета, матовый. И очень прекрасные тактильные ощущения от такой упаковки. Очень приятно держать в руке. У меня тон бархатный персик. Красивый. Это комфортное нанесение, 100% матовый финиш, не сушит губы. Ну, самое то на лето. Дальше в моем заказе была парфюмерная вода «Лак». Это восточно-цветочная группа ароматов. Ноты здесь бергамот, ночной цериус и теплый сандал. У меня это 30 мл. Это действительно восточный запах. И я не знаю, конечно, вот этот ночной цериус, что это за цветок. Но я думаю, что это какой-то цветок, да? Но очень здесь доминирует вот этот теплый сандал, то есть восточный, тягучий такой аромат. Дальше в моем заказе был тональный крем для лица «Безупречный тон». Это бестселлер компании Avon. Все составляют на него положительные отзывы. Мне захотелось тоже попробовать. Тон у меня light beige, нежно-бежевый. В линейке были, можно было выбрать из нейтральных подтонов, из розовых и бежевых. Я выбрала нейтральный подтон у меня. Light beige, нежно-бежевый. С умной технологией Color IQ, которая гарантирует идеальное попадание тонального крема в тон кожи. Легкая текстура, среднее покрытие без эффекта маски на водной основе. Вот такая вот помпа. То есть хочу попробовать вот эту умную технологию. Так ли она хороша, как ее хвалят. Далее в моем заказе были маски. Я не осталась в стороне, решила попробовать гидрогелевые маски и патчи под глаза линейки Avon Beauty. Это линейка в коллаборации с корейским производителем. Линия продуктов производится на сертифицированном заводе в Корее. Соответственно, я захотела попробовать и составить тоже свое мнение об этих масках и патчах. Итак, в моем заказе вот такая красота. Это гидрогелевая маска «Гуру Сияние». Ингредиенты здесь: экстракт сахарного клена, натуральный источник аха-кислот, которые помогают удалить омертвевшие клетки кожи. Делает она эффект стеклянной кожи, обещает производитель. Достигается за счет гидрогелевой формулы маски, которая глубоко увлажняет, придает коже гладкость и создает эффект полупрозрачной, как стекло, кожи. Вот это такое «Гуру Сияние». Буду пробовать. Дальше. Очень меня заинтересовала пузырьковая очищающая маска для лица с экстрактом морских водорослей. Микропузырьки для глубокого очищения кожи. 7 мл. С корейскими водорослями. Далее в моем заказе были гидрогелевые патчи для лица с алоэ «Хранитель влаги». Такой пингвиненок симпатичный. Сос-помощник против любых морщинок. Тоже здесь пара гидрогелевых патчей для лица с алоэ. Тоже попробую. И гидрогелевые патчи. Вот такая симпатичная пандочка. Гидрогелевые патчи под глаза с гиалуроновой кислотой антипанда. Это против темных кругов под глазами. Ну а на этом сегодня все. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь, если вы не подписаны на мой канал. Всем пока!
Пока.